Технология блокчейн теперь будет отвечать не только за неуязвимость данных, но и за надежность места их хранения. Первый в мире сервис хостинга веб-сайтов, построенный на собственном блокчейне компании, создали HostCoin. Как заявляют авторы проекта, этот сервис нужен для большей безопасности сайта. Веб-сайт в его простейшей форме представляет собой набор объектов, таких как текст, изображение, звук и видео, связанные друг с другом с использованием HTML. И если хостинг сайта будет основан на системе блокчейн, то его нельзя будет взломать, изменить или уничтожить, так как это неизменная распределенная технология. Отметим, что на сегодняшний день проектов, подобных этому, на рынке нет.